أسماء الحسنى زينين زاد الله أسماء الحسنى زينين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته продолжение цикла лекции «Имена и атрибуты Аллаха Субхану Та'аля». Имя Аллаха, которым хочу рассказать сегодня, это «Ат-Тавваб», одно из имен Аллаха, о котором Аллах Субхану Та'аля упомянул в Коране На русский язык означает «принимающий покаяние, прощающий». Позволяющий своим рабам раскаяться, дает возможность каждому. Аллах Субхану Та'аля по своей милости дает возможность каждому, кто хочет покаяться, и двери покаяния открыты, они не закроются до тех пор, пока солнце не видит запада прошающие грехи искренне покаящихся, приводящие к покаянию, принимающий покаяние рабов, совершивших грех, совершивших грех ослушавшихся его повеления. В священном Коране Аллах Субхану -Та говорит тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяние, ибо я принимающий покаяние милосердный. Аллах Аззаваджаль, чья речь может быть правдивой, чем речь Аллаха? речь Аллаха Аззаваджаль. В, в Уране Аллах говорит, я приму их покаяние, я принимающий покаяние милосердные. милосердный. Суть человека такова, что он по своей слабости в любую минуту может допустить ошибку или совершить грех, последовать внушениям сатаны, ауду Но сколь бы большой не было ошибка человека, которую он совершает, каким бы большим не был грех слушании. Если человек искренне возвращается к Аллаху Субхану человек может найти у Аллаха столь же, столько же прощений, сколько его грехи. Это милость Аллаха Субхану всякую вещь. Вот Аллах говорит в Коране, «Скажи моим рабам, которые изличествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха, воистину Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий и милосердный». Одни из козней шайтана, альяя любиля, он постоянно внушает человеку, что для тебя нет обратной дороги. Ты уже потерянный человек, нет у тебя обратной дороги. Когда человек совершает какой-то грех, сколько можно делать покаяние, возвращаться к греху, нету у тебя никаких шансов. Ты потерянный человек, и вот такими наушениями шайтан старается, чтобы человек не возвращался к Аллаху, Субхану Ва Люди, которые верят в Аллаха, Азза как-то знакомы с религией Аллаха, Субхану Ва читают аяты из Кур'ана, Адисы посланника, саллиллаху они сто процентов уверены, что какой бы грех человек не совершил, если это грех между Аллахом и человеком, Аллах, Субхану Ва прощает этот грех. А если же это чел грех между, между людьми, дополнительные условия, чтобы Аллах, Субхану принял покаяние человека, что он должен попросить с первого человека, того человека прощения. После этого Аллах, Субхану прощает человека. Каким бы большим ни был грех, если человек возвращается к Аллаху, Субхану Аллах, Аллах прощает ему. Мы знаем хадис посланника Аллаха, Салляллаху алейхи вассалям, о том человеке, который погубил 99 невинных душ. Он пришел к человеку спросить, есть ли для него покаяние. На что это ученый сказал, какое же может быть тебе покаяние, когда ты погубил 99 невинных душ. Он взял и его тоже убил. И потом пришел к другому человеку, знающему, и говорит ему, спрашивает, я говорит, убил говорит, 100 человек, есть ли для меня покаяние. Этот человек ему сказал, кто может стать между тобой и твоим Господом? Конечно же, есть. И сделал ему несколько насихатов, несколько советов. Дал ему несколько советов и направил его на место, где и направил его на то, что он поменял свое место жительства. Это хадис нам о чем говорит? Это хадис говорит нам о том, что какой бы большой грех, в речи не был грех, Аллах Субхану прощает эти грехи. Аллах говорит в хадисе Кудси, «Я айбади. «О, мои рабы, поистине грешите вы ночью и днем, а я прощаю ваши грехи, так просите же меня о прощении, я прошу вас». Сообщается, что Анас ибн Малик, ради Аллаху Анху, говорил, что я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейху говорил. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху передает слова Аллаха, хадису Кудси. «О, сын Адама, поистине я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил до тех пор, пока ты не перестанешь взевать ко мне и надеяться на меня. О сын Адама, поистине, если ты придешь ко мне с таким количеством грехов, что заполнит они с собой чуть ли не всю землю, но встретишь меня, не поклоняясь, но встретишь меня, не поклоняясь наряду со мной ничему иному, я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи. Эти хадисы посланника, алиева алейкум, эти слова Аллаха Аззаваджаль внушает Большую надежду на то, что Аллах Субхану Аллаху прощает наши грехи, каких бы величин они ни были. И ни, ни в коем случае не обращайте на нарушение сатаны, когда он говорит нам, что у тебя нет никаких шансов, что ты потерянный человек. Этим самым шайтан хочет, чтобы человек не возвращался к Аллаху Субхану Аллаху чтобы он не делал покаяния перед Аллахом Аззаваджаль. Посланник Аллаха говорит, саляллаху алейкум клянусь тем, в чьих руках моя душа. Если бы даже вы не грешили, Аллах, Субхану Аллаху, привел бы на, ваших, на ваши места других людей, которые будут грешить и будут просить прощения у Аллаха, Субхану Почему? Потому что одно из имен Аллаха, Субхану Аллаху, ат Аль-Гафур, принимающий покаяние, прощающий». Какой смысл имел бы эти имена, если бы не были бы те, кто грешит перед Аллахом, Субхану Аллаху. Каждый человек ошибается, сказал посланник Аллаха, Салям, Салям. Лучший из ошибающихся – это тот, кто делает покаяние после ошибки. Хадис посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. С другой стороны, никто не должен обольщаться этим, этими хадисами, этими аятами и не погружаться в пучину при крещении. Ведь может получиться так, что в конце концов эти грехи подчинят себе человека и не даст ему покаяние, и, и не даст ему возможности в конце жизни или же вообще вернуться к Аллаху Субхану. Ва Ведь мы знаем, что когда грехи становятся много, они окутывают сердце человека. И может быть так, что они станут между Аллахом, между человеком и между его Господом. А, Аллах Субхану послушайте, что говорит в Коране. Аля, аля, аля тинна, Воистину, Аллах обязался принимать покаяние тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяние Аллах примет, ведь Аллах знающий, мудрый. Следующий следующем аяте что говорит? саи'ат <соспит> Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяние, а когда к нему приходит смерть, то говорит, ведь я вот теперь я раскаиваюсь. И для тех, кто умирает неверующим, для них мы приготовили мучительные страдания. Аллах Субхану Ва принимает покаяние человека, пока солнце не выходит запада, или же пока его душа не доходит до горла. И когда человеку приходит смерть, и человек уже полностью убежден, что он вот-вот умирает, это человек, когда возвращается к Аллаху Субхану Ва какой может ему принести, какую пользу может ему принести его покаяние. Покаяние нужно делать, когда человек в состоянии делать что-либо и останавливается, Возвращается к Аллаху Субхану Та'аля. Обращение к Аллаху с мольбой и надеждой на получение ответа является основной причиной прощения наших грехов. Аллах Всевышний Субхану Та'аля велит нам обращаться к Нему с мольбами и обещает дать нам ответ на такое обращение, на какое обращение, на обращение, которое мы делаем к Нему. Аллах Субхану Та'аля говорит в Коране: и сказал Господь твой: взывайте ко мне, и я отвечу вам. Передается со слов Башира, ради Аллаху Аньху, что однажды посланник Аллаха, салли алейху сказал, поистине обращение к мольбу, поистине обращение к Аллаху с мольбой есть поклонение. После чего и прочитал ниже следующий аят, и сказал Господь твой, взывайте ко мне, и я отвечу вам. И поистине, если Аллах, субханаху ва по своей милости дал человеку обращаться к нему, Возводит к нему руки и просит у него что-либо, Аллах Субхану обязательно окажет ему и другую милость, приняв эту мольбу и дав э, ему на ее ответ, на его мольбу ответ. Это милость Аллаха Субхану Та'аля. Если однажды Аллах миловости над нами и дал нам возможность поднять руки и взывать к Аллаху Та'аля, Он также окажет нам и другую милость, ответит на нашу мольбу, Инша Аллах. От табарани приводят хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, сказал, получивший дар возможность обращаться с мольбой, будет дарован и ответ, ибо Аллах Всевышний говорит, вызывайте ко мне, и я отвечу вам. Это имя Аллаха, субхану ва тааля, ат-тавваб, принимающий покаяние. Следующее имя Аллаха, аззаваджаль, о котором хочу рассказать, это имя Аллаха, Субхана аль-мунтаким. Смотрите, они, это оба, это, обе имени идут по порядке. от тауаб и аль мунтаким Чтобы человек не обманулся именем Аллаха, Субхану ва -та Тааля, от тауаб Чтобы сразу вспомнил другое имя Аллаха, Субхана, которое называется аль мунтаким Одно из имен Аллаха в переводе на русский язык означает «мстящий, воздающий, карающий». Аллах, Субхану ва -та Тааля, аль мунтаким «мстящий, творивший несправедливость, алдулем и непокорным». Кар карающий виновных нечестивцев, которые отвергли его волю и заслужили кору, ломающих хребет тех, кто ослушается Аллаху Субхану ва Вот на что указывает имя Аллаха, Аль-Мунтаким. Имя Аллаха Субхану Та'аля следует упоминать вместе с другим именем Аллаха Субхана, Аль-Афу, так как, согласно мнению, мнению ученых, те имена Аллаха при употреблении которых в отдельности могут указывать на недостаток, например, Аль-Мани, Алишающий, Аддар аль Вредящий, القابض ودرجوشي أَلْمُذِلْ ونجايشي الخافت بوسكايشي إتى إمنا الله نيو الله سبحانه باتنشيني الله سبحانه وتعالى بدلنستي إخ زوجيمي إمنامي براو مثلا المعطي والمانع أدريشي لشايشي الضر والنافع رياشي برناساشي بولزو القابض والباسط ودرجوشي أدريشي المذل والمعز Унижающий и возвеличивающий, опускающий и возвышающий, прощающий и мстящий. Это имена Аллаха Субхану нужно вспоминать вместе. Люди, когда а, надеются на милость Аллаха Субхану и на Его прощение, и забывают о наказании Аллаха Субхану, люди становятся или муржиитами, или они перед, перед их глазами грехи становятся незначительными, потому что они забывают о наказании Аллаха Субхану Также люди, которые забыли о прощении Аллаха Аззаваджал и постоянно и вспоминают о наказании Аллаха они становятся таквиристами, они сужают настолько обширная милость Аллаха Субхану Поэтому Ахли Сунну аль а, мусульманин должен быть между надеждой и страхом перед Аллахом Субхану Ва Аллах говорит в Коране, рассказывает, настолько он мстящий, когда уже люди не возвращаются к Аллаху, Субхану, когда они ослушаются Ему. Аллах говорит, асафуна Когда же они разгневали нас, мы отомстили им и потопили их всех. Аллах, Субхану, настолько могущественный, когда <coughs> Аллах дает каждому осрочку, когда человек упорствует в своем грехе, Аллах, Субхану, отправляет к ним свои наказания. Аллах способный на, возмездие. Поэтому Аллах говорит, Субхану Ва в Коране, «Гафиру дам, кабилу тауб, шадиду ли'икаб». Принимающий, прощающие грехи, принимающие покаяние, суровые своим наказания. Поэтому мусульманин должен быть и в надежде, и в страхе перед Аллахом, Субхану Ва Посланник Аллаха говорит, саллиллаху если бы человек увидел, какое прощение бывает Аллаха в судный день, ни один человек не потерял бы надежду на милость Аллаха Субхану ва -та Также если человек увидел бы, какое наказание будет Аллаха Субхану Ху в сунниден, ни один человек э, не, не почувствовал бы себя в безопасности от наказания Аллаха Субхану Ху. Аллах, да, принимающий покаяние, прощающий грехи, но также Аллах Субхану Ху суровый в своем наказании, скорый в своем расчете, способный на возмездие. Да сделает Аллах, Субхану ва нас из тех, кто заслуживает прощения, милость Аллаха, Субхану ва Это следующее имя Аллаха, о котором хочу рассказать, аль одно из имен Аллаха, упомянутых в Коране, в на русский язык означает «прощающий, снисходительный, милостивый». Существует еще три имени Аллаха, очень близких по смыслу имени Аллаха, Субхану ва Аль-Афу. Это Аль-Гафур, Аль-Гафур или же аль гаффар все это указывает на прощение Аллаха Субхану ва Я как говорил чуть раньше, имя Аллаха Аль-Афу упоминается наряду с другим именем Аллаха Субхану ва Та'аля Аль-Мунтаким, карающий, а, там, а мстящий. Я уже рассказал о милости Аллаха Субхану ва насколько он прощающий, снисходительный и милостивый. Милость Аллаха Субхану ва всякую вещь, и он его предпишет тем, кто выплачивает закат, боится Аллаха Субхану Ва и верит в знамение Аллаха Аззе Поэтому э, человек должен после грехов сразу делать двухракатный намаз, делать омовение, возвращаться к Аллаху, просить у него прощения. Ведь прощение Аллаха, оно огромное. Всех Аллах Субхану прощает. Если даже вы придете ко мне с такими грехами, Который доходят до туч небесных, говорит Аллах Субхану Атлати. Если вы не предадите мне товарищи, я вам дам такое же прощение, которое закроет за собой все эти грехи. Такой огромная милость Аллаха Несчастный тот человек, который не заслужил такой огромной милость Аллаха Субхану. Да облегчит нам Аллах те причины, которые приближают нас к милости. Прощение, Аллаха Субханутиа. Да Аллах отдалит нас от тех причин, которые нас призывают. يقرب <applause> الى наказаه الله سبحانه وتعالى كيو جزيه والعياذ بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسماء الحسنى زي ذا الله اسماء الحسنى يا تدريمز <applause> الله